Президент России Владимир Путин подписал закон о болельщиках. И его действия распространяются не только на прославивших себя не с лучшей стороны футбольных болельщиков премьер-лиги. Ответственность предусмотрена для всех болельщиков соревнований, проводимых под патронажем национальных федераций спорта. В ноябрьске под эту категорию в первую очередь попадают любители мини-футбола и хоккея с шайбой. Теперь за неадекватное поведение смутьянам грозит штраф до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение – штраф и административный запрет на посещение стадионов от полугода до 7 лет. Бороться с болельщиками-нарушителями поручено сотрудникам полиции.